Уже 48 лет Александр Пилипенко держит в руках удочку. Не за горами золотой юбилей рыболовства. Первую рыбу поймал в 4 года. Учитель физкультуры, отец 6 детей и руководитель клуба рыбной ловли «Химкинские акулята» поражает своим жизнелюбием и преданностью любимому делу. Рядом с таким гуру рыбалки невозможно удержаться от мастер-класса. Вместе с сыном Мишей Александр показал, как правильно закидывать спиннинг. Что, можно еще раз? Можно еще раз. Так, душечку, душку. Про душку не забываем. Так, отводим. Угу. И отпускаем. Шнур. Раз, два, три. Отлично. Сколько уже существует ваш клуб «Химкинские акулята»? Химкинский акулят существует с 2016 года. Угу. То есть я задумал этот проект вообще. То есть как бы мне изначально... Я сам работаю преподавателем в школе номер 14 города Химок. Вот. Преподаю физкультуру. И у меня было как бы... Ну, я смотрел на детей, чем они занимаются, как они занимаются, как они проводят время. И вот я решил как бы со своей стороны помочь объединить семью и ребенка. То есть чтобы как бы мы сами понимаем, дети постоянно, скажем так, родители работают, а дети постоянно как бы одни. Там, или где-то там с бабушками, с дедушками. Вот. И решил создать такой вот... Сначала я хотел... уже подумал о создании «Папа, мама, я, рыболовная семья» фестиваль. И, само собой, к этому уже подтащил эту секцию, то есть «Химкинский акулят». Дети у меня придумали логотип мои. Вот, название я придумал сам. И вот с этим как бы мы начали продвигаться. Так у нас около 30-40 человек занимается постоянно. У меня уже идея как бы пришла. Мы создаем взрослый рыболовный клуб. Это называется «Химкинские акулы». Акулы? Да, теперь акулы. То есть, а сами понимаете, что такое спорт. Угу. То есть надо сначала самых, как говорится, пеленок выращивать детишек. Потом, когда они переходят в 18-летний возраст, они переходят уже во взрослые. Их хотим сделать в Химках в наших Химках, скажем так, чтобы рыболовный спорт процветал. Первое соревнование нас пригласили как бы мои коллеги из Тулы. То есть химкинские акулы туда вот едут уже на соревнования. А ваши в октябре. Ваши дети участвуют? И дети будут участвовать. Мы едем, нас едет, представляете, 15 машин с Химок. То есть, команда мужская, и кто берет, ну, то есть берем с собой детей, и дети будут, и акулята там будут. Но акулята там уже, скажем так, уже не первый раз туда приезжают, в Тулу. То есть они уже там 4-й или 5-й раз были. И побеждали, кстати, и на мормышке мы побеждали, и побеждали по спиннингу. Так, ликбез, что такое мормышка? Мормышка это... Для непрофессионалов. Вот эта вот мормышка, так. Это вольфрамовая мормышка. Почему используется в рыболовной и спортивной ловле вольфрам? Потому что он быстрее доставляет, скажем так, не прикормку, а насадку до дна. И быстрее ты его вытаскиваешь. У Александра Пилипенко солидный набор рыболовных снастей. Здесь приманки, воблеры, крючки и другие нужные вещицы. Кстати, самую большую рыбу удалось поймать на селигере. Это был судак весом 4,5 килограмма. Любовь к рыбалке Александр прививает не только ученикам-акулятам, но и своим детям. Благодарим вас за беседу и за ваше дело прекрасное. И вам спасибо большое.